Праздничный матч между командами Синьки и Сосульки закончился дружбой. Календарный год подошел к концу, и своими самыми яркими впечатлениями с нами поделился тренер команды БК «Политех» Гашин Александр. Запомнилась очень игра в Ставрополе вторая, которую мы выиграли вчетвером, доигрывая там буквально полторы минуты, там из-за перебора фолов не хватало одного игрока, но мы ее вытащили, и это, наверное, ну, на сегодняшний момент это самая запоминающаяся игра. О новых девочках в команде мы поговорили с капитаном лиги СамГТУ Ольгой Овчаренко. Вот пришли, получается, новые игроки из команд соперников, таких основных команд. Как они влились в коллектив? Все нормально? Прекрасно влились в коллектив. Мы не один год их знаем, этих девочек, и общались, даже играя в разных командах, поэтому никаких проблем с этим не было. Рассказал о планах на будущий год и поздравил команду гендиректор БК «Политех» Евгений Владимирович Франк. Какие вот вкратце, в двух словах, ожидания от следующего года, то есть основные события? Ну, в следующем году задача поставлена перед командой сыграть не хуже, как минимум, в следующем сезоне. Да, поэтому мы должны быть в призах. Поэтому что спорт в какой-то степени это лотерея, это удача, это везение. Но мы как сильный коллектив на это рассчитывать не будем, поэтому цель поставлена побежать в каждой игре, максимально отдаваться в каждом игровом эпизоде и, безусловно, сыграть не хуже, получить медаль не хуже, да, чем мы получили в том году. Чем в уже есть. Ну все, и пожелания нашим девочкам какие могут быть? Ну, нашим девочкам, красавицам, я желаю, желаю удачи, я желаю, чтобы сезон текущий, как и все последующие, они сыграли без травм. Хотя, к сожалению, к сожалению, профессиональный спорт без этого никак. Но все-таки надеюсь, что травмы наш клуб минует. Любви, здоровья, красоты. Вот. Поэтому все самое лучшее. Мы вас любим, мы вас ценим, мы вас верим. Команда «Политех ТВ» также поздравляет девочек с Новым годом и желает им новых побед в новом году. Дмитрий Овчинников, Никита Будылкин, «Политех ТВ».